Всем привет! Сегодня мы посмотрим однофракционный бой против 22-х рангов. Ходили мы с Антохой 2019, мой соклан. Очень часто у нас выпадают однофракционные бои, довольно-таки интересные. Играли мы против, повторюсь, 22-х рангов, клан Диабло и клан Психи. Смотрим. Карта Вихрь. Очень часто на этой карте получаются интересные бои, особенно когда вот такое расположение. Здесь развертка. В море я, повторюсь, не выхожу никогда с развертки. Предпочитаю собрать нормально ресурсы. Ресурсы я здесь собрал нормально. Вот этот ящик сейчас заберу. На буграх здесь все полностью за мной осталось. Свою половину я более чем собрал. Отстраиваем экономику. Здесь аналогичная ситуация. Экономика ставится. Поставил я две верфи, как обычно, чтобы выйти в обе стороны кайманчиками. Начинаем собирать. А здесь приплывает кайман от фиолетового игрока уже. То есть он пошел в море с развертки, очевидно. Здесь ящик мы забираем, но кайман плыл на глазке, видимо. В общем, урона он никакого здесь не нанес. Забрали его безнаказанно. Здесь тоже плывем. Здесь улучшается третий штаб. И зеленый игрок тоже вышел в море. Тем временем здесь вот уже... Нет, еще тоже третий штаб пока что. Я тоже в третьем. Антоха еще только ставит третий штаб. Отстает он от нас. Пишет, что плохо собрал. Здесь разведка приезжает. Я решил поиграть через авиацию. Ставлю авиазавод. Они это увидели прекрасно. Разведку мы выбиваем. Здесь кайманчики приплыли. Антоху разведывать. Пишу то, что давай забирай их, чтобы они здесь не мешались. Здесь уже торпедка. Третий штаб, два завода. Здесь я разведаю, а здесь уже четвертый штаб. И это очень плохо. Потому что этот игрок уже готовит ЕГХАН, значит. Я тоже пошел в четвертый штаб. Начинаю улучшаться до ягуаров. Здесь разведка зеленого игрока. Здесь тоже уже ягуары идут. И ставится завод спецмашин. Странно, что они не поставили ни ПВОхи, ничего. С тем учетом, что видели, что я пошел в авиацию. Может, они стрекоз, конечно, ждали, не знаю. Здесь я разведал. Здесь уже стоят торпедки. В общем, аллигаторов я в любом случае провожу, произвожу. Будем пытаться что-то сделать. Кречет у нас один есть. Больше я производить не собирался. Пишу, что нужен ЕГХАМ. Фиолетовый уже готовит. Здесь небольшая разборка. Антох пишет, то, что не успеваю выйти в ЕГХАМ. Он готовит здесь миско. Он в третьем штабе еще. Принимаю решение выходить я в ЕГХАМ. Как бы, у меня тут и море, и авиация, и еще и наземку нужно делать. Так себе задача. Разведаем, ну точно, здесь уже 4 гуара, один хамелеончик. Здесь завод улучшающийся, до мамонтов выбили мы. Забрали 3 броника. И Антоха пошел своим мясом на фиолетового игрока. Я тем временем еще с пустой базой фактически сижу. У меня армии нету. Антоха здесь залетает. Начинает все здесь беспощадно лупить. Ягуарчиками он туда проехал сразу же. А гренами начинает здесь все разносить. Под хамом, без хама, в общем, без разницы ему. В общем, фиолетовый игрок здесь страдает очень сильно. Ягуары там, чувствуется, уже кончаются под этим хамелеоном. Но он отступил.
Здесь Антохе пишу то, что, чтобы он забрал завод Дахама, потому что, ну, штаб он восстановить, Забу сможет, а вот завод Дахама ему нужно будет минуты две с половиной, чтобы... И плюс ресурсов куча, чтобы его восстановить. В общем, Антохина армия здесь умерла. А тем временем фиолетовый игрок пошел на него морем. И плюс приезжает к нему здесь зеленый игрок. Большая масса ягуаров. Довольно-таки. Я здесь на морском ударе начинаю лупить торпедки. И чистить береговую линию. Здесь зеленый игрок, видимо, пошел спасать своего союзника. Фиолетовый игрок аллигаторами начинает здесь все на морском ударе добирать. Здесь у нас 8 гренов, которые лютуют. Я отправляю одного хамелеона, 4 гуарчика, пару гренов на подмогу, потому что фиолетового игрока нужно добирать. И здесь, соответственно, приезжают эти ягуары. Хамелеоны я решил под гренов поставить, потому что грены с ягуарами лучше справятся. А своих ягуаров раскладываю вот здесь вот. В общем, забрал он мне 2 ягуарчика, но сам потерял 7. У Антохи здесь все уже, базы нету. Я здесь отступил, потому что здесь тоже ЕГХАМ нарисовался. Но береговую линию мы ему здорово почистили, покромсали. Фиолетовый игрок опять ставит штаб. Ну, здесь уже идет добитие. Ну, Антоха пишет то, что все один на один. Я еще такой думаю, а не знаю, хорошо это или плохо, что я один на один остался. Как бы армии-то у меня нету толком. Я тем временем в альбатросы вышел. Несколько мамонтов сделал. Один вот здесь стоит, один здесь. Ягуаров толком нету, наземки нету. Армии нету, в принципе. 90 КО. Здесь добираем. Антох подсказывает, давай разведывай, а то сейчас к тебе приедет ЯГХАМ, ты даже не увидишь его. Произвожу пехотинца. Альбатрос у нас еще один подготовился. Здесь пехотинец тоже был, он оказался слабее, чем мой. Антоха альбатросов увидел как раз. Здесь приплывает фиолетовый игрок своими аллигаторами. Ну, мои шотные, естественно, тонут. И здесь мы видим ЯГХАМ, который едет ко мне. Вылетаю альбатросами, одного хама мы забираем, раздамаживаем ягуарчиков неплохо. И бежит он. Мы здесь группируемся уже. Мамонты разложены, 3 штучки у нас. И начинают они накидывать. Здесь гренами забегаем в туман. И начинаем это все безнаказанно уничтожать. Здесь приплывают эти аллигаторы. Торпедки я поставить не успел. Ну ничего, одного аллигатора мы забираем, пока он по торпедам лупил. Здесь у нас выпал еще один, и здесь наземкой помогаем. Здесь Антоха меня что-то хвалит, сам разменялся очень удачно. Я, как обычно, ничего не сделал в этом бою. Здесь все фиолетовый своим аллигатором проверяет, нет ли штаба. Он, видимо, верил, что его союзник один на один победит. Здесь летим бомбить в качестве разведки. Забираем вышечку, ЦС-очку. Видим здесь уже 7 ягуаров и мяско пехотинцев. Здесь опять штаб ставится, но увы. У меня фул КО. Вот штаб пошел до 5 уровня. Армии нет, а фул КО. Что здесь? 4 альбатроса.
Три мамонта, пять ягуаров. И все. Ну, здесь вот еще два ягуара, хам. И два аллигатора. С армии нету. Здесь опять летим на разведку. Добираем эту ЦС-очку и видим то, что ЕГХАМ опять пошел на меня. Здесь очень солидный ЕГХАМ. Здесь вот я пробомбил на опережение, но он встал, к сожалению. То есть не попал я вообще. Здесь выдвигаемся чуть подальше от мамонтов. Начинаем накидывать. Здесь он разложился и начинает стрелять на принудиловке. И выбрал цель он хамелеоны. Здесь я уже это понял, начал кататься ими. Выбил его хам. И начинаю безнаказанно, опять же, разбирать ягуаров. Опять здесь 5 ягуаров было, 3 мамонта и небольшая кучка гренов. Как бы у него там ягуаров штук, наверное, 8-9 было, плюс пехота. Опять он умер. Здесь Антоха до последнего воюет. Здесь я подъезжаю, начинаю заводы ему забирать потихонечку с моря. Здесь на гренов он на наших отвлекся. Здесь вот этими двумя гренами забегаю вот эту торпедку выбивать. Изначально хотел заплыть отсюда, еще заводы поштопать. Здесь завод до хама, его понимаю, что выбить нужно. Но отсюда заплывает, там ягуаров очень много. Вот они все. Лечу бомбить и не пробиваю 4 альбатросами завод. Зато завод до ягуаров я забрал, хоть и потери аллигаторов. Но, тем не менее, у него остался один и один до хамов. Ну и здесь ответочка, так сказать, приезжаю на земкой своей. А без хамелеона ему уже здесь туго довольно-таки. И начинаем это все безнаказанно уничтожать. Выбиваем ему недобитый завод. Ну и здесь он совсем отчаялся, начинает ломать базу и сдается. Такой вот опять интереснейший бой получился. Здесь мамонт лютует по своим. Опять однофракционные, опять на этой же карте и опять с Антохой. Только в этот раз без базы играл он, а не я. Но разменялись опять удачно. Все, всем спасибо за просмотр. Удачи!